Эдгар Палч писал следующее в своих записных книжках. В искусстве планы не всегда совпадают с итогами. Задача точно запланировать будущие достижения так же невыполнима, как попытки вступающего в жизнь сначала написать мемуары, а потом жить по них. По-моему, хорошо. Почему вы не смеетесь? Не знаю. Да, значит, наверное, все-таки время берет свое. Мы так сильно ушли в своих компьютерных делах. Ладно. Это ностальгия. Я хочу вам сказать, что это вот высказывание Николая Павловича по поводу совпадения планов и итогов, оно вот к следующему юбиляру не имеет отношения. Потому что Наталья Ивановна Тихонова, обивщик-драпировщик, работает в театре 15 лет. Пожалуйста. Это близко, что тесно, это близко, что колко. Мы пришли друг другу, слишком острой иголкой. Мы пришли друг другу. Наташа, за эти вот, теперь второй юбилей, ты, я думаю, полюбила театр, полюбила коллектив, и коллектив отвечает тебе той же монетой. Спасибо тебе, что ты есть, ты очень нужна театру. Принимай поздравления. Ты ткани украшаешь на пятом этаже.
всегда готова к бою, открыта и ясна. Ты делу отдаешься, себя лишая сна. Как без тебя мы жили, сегодня не понять. Тебя еще не раз мы здесь будем поздравлять. Без Питера не жить нам, царь Петр его творец. А наш театр любимый и дом наш и отец. Пусть гимны веселят.